История моего дела началась как раз с Акуловки, потому что на 170 лет собралось много ученых, и мы проводили маклаевские чтения. Это было в 2016 году, и я задал вопрос ученым, что же творится в Новой Гвинее, и какие же происходят сейчас исследования. Они сказали, что сейчас, к сожалению, мы не знаем, что творится, и уже более 40 лет у нас вакуум, мы не знаем, каким образом проводить там исследования, и экспедиции не проводили. Я решил собрать экспедицию, я организовал фонд имени Микуха Маклая, собрал интересных ученых с хорошей квалификацией, которые знают об этом регионе, но, к сожалению, там не были. И мы с командой ученых из Москвы и Санкт-Петербурга впервые отправились в 2017 году в экспедицию туда, куда не знаем куда, и не знали, как нас встретят. Когда нас встретило 3000 человек на берегу Маклая и рассказали о том, как они помнят Россию, подняли флаг, спели гимн. Вот когда ты видишь, как тебя помнят, ты начинаешь заниматься этим делом. И вот в 2016 году я считаю, что это точка с того момента, всего лишь 3 года назад, когда я начал действительно посвящать этому делу все время. А сейчас я месяц назад вернулся с экспедиции. И эта экспедиция, она уже была посвящена изучению языков. Мы привлекли из университета, поскольку этот год ЮНЕСКО, который объявлен годом языков, привлекли из университета Папуа Новой Гвинеи уже специалиста. И мы смотрели, что изменилось за это время. В Папуа Новой Гвинеи это считается страна тысячи языков. 867 языков. Говорят на английском, говорят на токписи, говорят на хермоту, но в основном каждая деревня сохраняет свой язык. И вот Микуха Маклай записал тот язык, который они использовали, не письменный язык, который не был записан. И сейчас мы смотрим, как это изменилось. Это жутко интересно. Именно у российской науки есть знание о том, что было до этого. Точно так же наш ученый исследовал материальную культуру, быт, чем они занимаются. Это тоже интересно, потому что на примере этого региона, именно этого уголка планеты, можно посмотреть, что изменилось, начиная с каменного века. Почему? Мы говорим о каменном веке не как о периоде, а о том периоде, когда люди не знали, что такое железо. Они использовали топоры, которые были только из камня, и Микуха Маклай первый показал, что есть вообще железо. Прожил с ними достаточно долго. Стал человеком, который очень уважаем. И именно благодаря этой памяти мы сейчас действительно были приняты очень хорошо.